штырем будем мерять. Так, у меня вес 100 килограмм. Вот мы притоптали и поехали. 10, 20, 30. Обалдеть! И огородик спахали ровненько, все обалденно. Так, по люцерне посмотрим, срез. Вот где лемех прошел. Ну так оно и будет, 30 центов будет. Обалдеть. Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, Агроземледелие. Ну что, вот, пашем. Испытываем. После дисковки мягкая земля. Сверху трактор с пробуксовкой идет. Ну пашет, гляньте как. Стоп, что не говорил. Шлифует, идет. Сейчас мы Димке скажем, чтобы растяжки вам показать. Гляньте как, четенько все. Проход от прохода. Фиг ты заметишь. Это вот так вот, нацепил и ничего не делая. Вообще ничего не делая. Почему? Потому что огород закатанный. Остановись. Сейчас я растяжки покажу. Растяжечки. Вот они. Лук сам идет в свое место. Давай, поехали. Вот 90 захват. И пошел. Навоз снесли, задисковали. Землю затоптали. Потому так тяжело и трактор идет. Сверху подпушили. Отлично все. Стелит прям капец. Борозда ровненькая. Вот от этим дисковали тяжелым дискатором. Туда больше 20 тонн навоза вывезли. Отлично все. Горизонт продольный, горизонт поперечный. Все, как я всегда все и говорю. Вот, длина трактора с плугом, вот что я говорю, хвосты получаются. Вообще на них еще с завода стояли пластинки на корпусах, на отвалах. Ну он и так отлично пашет, ровненько все. Проход от прохода не видно, нигде ничего. Сейчас Димон трактор уберет, сказал, понравилось пахать, будет допахивать. Сейчас пойду штырь возьму, мерочный. Замеряю, какая же глубина. Говорят, там сапогов мерных нету, кропоткинских. Там продают, но это надо ехать за ними. Мы штырем будем мерять. Так, у меня вес 100 килограмм. Вот мы притоптали и поехали. 10, 20, 30. Обалдеть, друзья! Обалдеть!
Вот притоптали, насколько село. Димон, отгадай, на какую глубину? На 45. 30 сантов. Блять, 28. Как у Сергеенко, да? Да. У него тут 12-21 не попрет. Обалдеть, друзья, 30-ка. А так фиг скажешь, да? Ну вот она, 30 сантов вот этот. Это 30-ка. Обалдеть. Вот, задисковано. 10 сантов задисковано мягко, потому он и шлифует. Обалдеть, сорокет на 30 сантов. Гляньте, какие корни выпахивает. Я что-то думал, 25 где-то идем. А так фиг бы, когда поверил бы, что тридцаточка. По борозде не скажешь, потому что 30 захват, она осыпается. Ну, вот он на всю глубину заглубился. Шлифует, 10 сантов подрывает. До твердого доходит и идет трактор, идет с пробуксовкой. Борозда осыпается, отвал короткий, был бы длиннее отвал бы. И было бы нормально, а так по борозде фиг скажешь. Обалдеть. Вот это плужок. 90 захват, так оно и есть. Вот смотрим внимательно, как он заходит в землю и свое место берет. Оп, ушел. И все. Обалдеть. Блокировку можно было, но Димон не хочет дрочить его на блокировке. Тем более разные колеса, одно меньше, другое больше. Слабенько идет, но дело в том, что идет потихоньку и допахивает. Огород поливной был, это на поливном огороде. И катались от этими монстрами. Вот, вот так вот. Раз, первая борозда. Хоп, упал. Навозу много кинули, затоптали сильно огород. Обалдеть, 30-ка. Честно сказать, сам в шоке. Ну вот оно, пузо выскочило. Он еще немножко тут шире, тому уже тот край еще. Ну ничего, Димон сейчас выровняет. Можно было скат чуть-чуть подпустить. Левый. Видно, даже навоз достает. Можно ему сыграть углом, попробовать угол задать ему чуть меньше, то есть чуть больше, от пахоты его наклонить, он легче пойдет. Свинорой, елки-палки.
там, где люцерна идет прекрасненько и сразу нету ничего, стелет. Как только на жесткое стало колесо. Люцерну даже пашет, ё-моё. Ай, Димон, люцерну запахал. Вот, где на жёсткое и глубину видно. Совсем другая. Повыпахивал, а? И огородик спахали ровненько, все обалденно. Так, по люцерне посмотрим. Срез. Вот где лемех прошел. Ну так оно и будет. 30 сантов будет. Обалдеть. Офигеть. Сейчас моем, друзья, кёркером. А? Молоток. Да. Все, кёркером моем и грунтуем. Все. ПС будем писать? Самодельный. А? Ну зачем ПС позорить? Позорить? Ну все. Все, друзья. Короче, плуг моем и на грунтовку. Поле. Русское поле. Все как по фэншую.